придешь? Завтра. Ну, конечно. А если ливень? Приду. А если буря, то воскресенье потом? Приду. Все равно приду. Я приду к тебе завтра. Завтра. Тебя. Расти большая и умная. Спасибо, мамка. Зачем ты достала это? Сегодня твой праздник, и вдруг старое платье. Мамочка, это самое чудесное платье, которое я когда-либо носила в жизни. Мама, тебя же не может сегодня не прийти. Правда? Электросеть. Вешать на приборы посторонние предметы строго запрещается. Непорядок. До свидания. Что приготовить к вечеру? У нас будут гости. Эй, мальчик, подержи собаку. Как тебя зовут? Борька. Ты что, заблудился? Нет, мне нужны цветы. Зачем тебе цветы? А у моей мамы сегодня день рождения. Ну ты смотри, на клумбах не рви, а то милиционер заберет. А мне такие не купить надо, а я не знаю где. А деньги у тебя есть? Ну тогда пошли, мы тебе покажем. Ну и что это за подарок цветы?
Я бы на твоем месте торт купил, хоть вкусно. Нет, моя мама цветы любит. Если вам не нравится, можете не идти. Много он понимает. Пошли, Боря. Чего? Не трогайте. А ну идите, идите отсюда. Мне цветов надо. Ну а деньги у тебя есть? Каких тебе? Что же вы одну? 10 копеек штука. У тебя деньги есть? Только 3 копейки. Ну посмотри, посмотри. А в этом? Ого. А это на марки. Ну 2-2, не жалей. Эх, еще бы 2 копейки. Из чего выдобыли? Подрастите еще. Да что вы понимаете? У его мамы сегодня день рождения. Оставьте деньги на марки, ребят. А ну-ка дайте-ка вон те красные. Побольше. И вот этих белых. И еще вот это. Так. Пожалуйста. Спасибо. Возьми. И поздравь как следует маму. А вы ее разве знаете? Нет. И очень сожалею. Ты бы отдохнула сегодня, девочка. Смешная ты, мамка. Мне уже сегодня 30 стукнуло, а я все для тебя, девочка. Я сама. Да? Да, это я. Да, я знаю. Да, конечно. Спасибо, до свидания. Ну вот, забыла похвастаться. 15 наших эскизов были в Москве на выставке, получили премию. 3 из них мои. Это последний? Поздравляю. Который час, мамочка? 12. Полдень. Полдня уже прошло. Половина дня. И половина жизни. Не узнаешь? Я проездом. Вот, решил зайти. Столько лет прошло. Мне так хотелось видеть тебя, услышать твой голос. Ведь я совсем не знаю, как ты живешь. Вышла замуж. Мама, поздравляю тебя! Ну, понюхай, понюхай, как пахнет. Ой, это вы? Кто это? Хорошо, что ты дома. Ты где была? Ух, целая история. Знаешь, наш институт взял шефство над текстильным комбинатом. Мы там были сегодня первый раз. Шум, треск. И представь себе, я там буду вести худ-кружок. Чего? Худ-кружок художественный. Твоя жена будет обучать рабочих живописи. Здорово, правда? Да, до этого могла только ты додуматься. Ну, конечно. Им очень нужна твоя живопись. Очень. Ну вот что, хватит. Хватит чепухой заниматься. Грозный муж. На, повесь пальто. Я хочу, чтобы у меня была своя семья. Дом. Чтобы пришел с работы отдохнуть, мог по-человечески. Раз будешь. Мать с ужином возится. А тебе яичницу некогда поджарить. Другие как люди живут.
А я после работы должен над книгами корпеть. Для вас же стараюсь. Малой, ну неужели мы с этих пор в домашние туфли залезем? Твой отец в этом возрасте за Буденным летал. Мой отец в этом возрасте с трудом фамилию выводил. А я диссертацию готовлю. Яичница, мясо, полкило, кухня. Ну разве для этого люди женятся? Да брось ты. Нет, ты скажи, ну для чего? Ну для чего? Для любви. Ну, для путешествий. Для совместной борьбы. Плетешь тоже. Борьбы. Тоня! Тонечка! Ой, Светочка! Здравствуйте! У нас все в порядке. Ромаша! Он будет у нас старостой и объявление напишет. Вы не беспокойтесь. Все сделаем, что необходимо. Только скорее начинали. Твой парень не подведет. Светлана. Трофимов. Во-первых, я попрошу всех снять пальто. А во-вторых, нам понадобятся мольберты, подрамники, холст. Но до этого пока далеко. А пока... Пока лист бумаги и карандаш. Но я хочу, чтобы вы не только учились рисовать и писать маслом. Ребят, давайте стараться все, что мы видим кругом, к чему прикасаемся, что нас окружает, делать все красивее, совершеннее. Ну, делать так, чтобы наша жизнь становилась с каждым днем лучше. А вот конкретнее. Вот каждый день вы видите на заводе множество цветов на материале. А вы ходите на заводской двор, и вот... А ведь тут тоже могли бы быть цветы. Или деревья. Деревья лучше. Зимой они белые, пушистые. Пушистые-то пушистые. Только тебя не в лесу любят расти. Помолчи ты. Все это хорошо. И деревья тоже. Только позвольте один вопросик, маленький. Сколько раз вы еще к нам придете? Я вас не понимаю. Объясню. У нас уже сменилось 5 руководителей. А мы заниматься хотим серьезно. Мы любим это дело. А нас все время подводят. Обидно ведь. Конечно. Вот и помещения у нас нет. Собираемся, где попало. Я даю вам слово заниматься с вами до тех пор, пока вы сами будете этого хотеть. Это же здорово, ребята! Это совсем другое дело. Хватит. Ну вот что, скажем правкому, пускай деревья достает. Выходной посадим. Конечно, а вы придете? Приду. Обязательно приду. Нет. Не хватает еще, чтобы и в мой выходной. Сегодня ты должна быть со мной. Ой, Володечка, это же прекрасно, что ты так говоришь. Я и хочу быть с тобой. Пойдем вместе, Володя. Да ты что, смеешься? Нет, я серьезно. Володечка, так же будет вся заводская молодежь. Это же так здорово, Володя. Вот что, милая. Я молчала, но сейчас скажу. Он молодой мужчина. Не хуже тебя смог бы погулять. А он, однако, над книгой сидит. Цель в жизни имеет. А ты не то жена, не то квартирантка. Чем бегать, лучше по хозяйству займись. Да что вы так волнуетесь? Я и так уже все сделала. А сейчас мне надо идти. Ох, видно, с тобой по-хорошему нельзя. Володь, ты пойдешь? Володь, ну пойми, что я обещала, я не могу не пойти. Тогда я пойду одна.
Ну-ка, давайте сюда ваши продукты. Ой, я, наверное, щенок по сравнению с вашим мужем, если он все это съедает. А он не сразу, он постепенно. Каков натюрморт. Красиво, а? Роман. Растет человек на глазах. Роман. Светлана, вот встреча. А ты знаешь, я прямо с вокзала. Нашел. Нашел деда. Ребят, познакомься, это аспирант нашего института. Андрей, помнишь, я тебе рассказывал про деда Барановского? Так вот, я его ограбил. Начисто. Всю утварь унес. Нашел деда. Все такой же рукодельник. Ух ты! Вылитая Тоня! Она и есть! Действительно. Похоже. Ну зачем же так мучиться? Давай забудем старое. Заживем как люди. Вот достукаю проклятую диссертацию, и тогда все будет иначе. Все изменится. Летом поедем на курорт. И обязательно к морю. Тебе отдохнуть надо. Ты бросишь всю эту ерунду, кружки эти, перейдешь на заочный. А я думала, ты мне будешь помогать. Чистить картошку? Это ж не мужское дело. Скажи, ты меня действительно любишь? Ну что за вопрос? Само собой разумеется. Само собой разумеется. Мы всегда были чужими. Всегда. Что? Чужими. Раньше мне казалось, что у нас все общее. Радость, мысли, сомнения. Потом я поняла, что это не общее. Что это только твое. Ты меня никогда не любил по-настоящему. И ничего не изменится. Даже если ты достукаешь свою диссертацию. Все ты презираешь. Ко всему ты равнодушен, даже... Работа тебе твоя ненавистна. Всем ты завидуешь. А волнует тебя только одно — жить как люди. Разве знаешь ты, как живут люди? С ума сошла. Дрянь. Картины с острым социальным содержанием начали свое путешествие по городам России, как вестники и агитаторы грядущих социальных взрывов. Приближалась и была уже на пороге... Простите, Николай Сергеевич. Ну? Извините, пожалуйста, разрешите войти? Оборвалась троллейбусная линия? Нет. Значит, наводнение? Нет. А, поезд опоздал, который привез бабушку с Селины. Нет, я просто опоздала. Просто так студенты не опаздывают. Я по своей вине. Садитесь. Россия стояла на пороге революции. И самые молодые, самые горячие художники уже чувствовали ее веяние. А ты чего не здоровался? Андрюша, здравствуй, что ты тут делаешь? Ассистирую профессору. Андрей Николаевич,
Я попрошу вас. Пожалуйста. На полотнах художников во всей своей правдивости раскрыла жизнь, как она есть, подсмотренная взором гражданина, протестующего против неравенства, тяжелого труда, нищеты и несправедливости. Ты почему опоздала? Случилось что-нибудь? Смотри, снег. Какие смешные эти снежинки. Кружится, кружится, кружится. Это не снег. Тополь цветет. У тебя случилось что-нибудь? Сначала 9-й, потом 10-й. Нет, не успею. Ах ты, Борька, проказник маленький. Светочка, знаете, что вас хотела спросить? А ваш институт трудно поступить? Да нет, не очень. Значит, дружите? Угу. А он очень некрасивый, да? Чудный парень, Тончик. Даже очень. Ну, он аспирант, а я? Школа рабочей молодежи, 8-й класс. Разве это важно? Надо, чтобы каждый шел своей дорогой, но чтобы все равно им было по пути. И тогда им уже ничего не страшно. Я все понимаю. Все равно боюсь. Как же вы теперь, Светочка? Не знаю. Маме ничего не хотела рассказывать. Но теперь же все равно. Да моя жизнь в порядке. А счастливой? А счастливой можно быть и без любви. Это твой отец. Нет! Мой отец Захар. Запечатано так, что и не откроешь. Да, сюда. Извини, я с покупками. А к праздничному столу не опоздал? Нет, нет, а где Тоня? У нее все дела. Что ты, Андрей? Брошка, подарок для тебя. Какая брошка? Редкий экземпляр, все правильно, я ее просто забыл купить. Редкий экземпляр. Проходи в комнату, отдохни от семейной жизни. Борька, опа! Опа! Здравствуйте, Лидия Сергеевна. Душа, здравствуйте. Есть какие-нибудь затруднения? Так вот шампанское никак не откроем. Боря, давай. Ну? Так, берегитесь, Лидия Сергеевна. Давай, ёп. О. О, оп. Пошла, 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 пошла! Ложись! Ау! Смотри, ну, Борик, давай-ка. Итак, за тебя, Светлана, за твое... Да, какое жалеть. Женщине спрашивают, сколько им лет. Светка. Да.
А где я тебя видел в этом платье? Ну где? Где? Когда? Год назад. Больше? Два. Больше? Все вылил. Ну что ты? Ну что ж я вам пожелать? Вы любите. Это самое большое счастье. За любовь. Горько. Горько! Вы жених и невеста? Товарищ, кто здесь новобрачный? Разрешите поздравить? Мы новобрачные. Вот это да. Ваш сосед тоже сегодня переехал. Тонечка. Андрей. Так и не успели познакомиться. Но я слышал, вас зовут Светлана. Красивое имя. Красивое. Как вы? Мне извините, пожалуйста, но вы совершенно не умеете говорить комплименты. Я знал, что будете смеяться. А что вы еще знаете? Я знаю, что я хочу с вами встретиться. И знаю, что вы не придете. Не придете. Но я все равно вас буду ждать. Даже если вы не придете. Почему? Приду. А вот и мы. Здрасте. Здравствуйте. Это брат? Нет, сын. А ты кто, летчик? А ты кто? А я Бурка. А я Захар. Ну, ты куда же мы пойдем? Я взял билет в кино. Ой, мама, в кино. Да, но дети до 16 лет не допускаются. Так куда же мы пойдем с тобой, Борис? М? Ну, пойдем ли куда-нибудь? Делайте скорее так. Зачем? Чтобы не было горя. Даже каждый знает. Ну, давай. Ничего, теперь я.
бабушка, а я еще пойду с ним. С кем? За хором. Ой, мама, как он глаза вытаращил, на свидание пришел, билеты в кино. А тут ему ребенок. Светлана, ты стала злая. Не знаю, мама. Здравствуйте. А где Борь? Куда пойдем? Я взял билет в кукольный театр. Thank you.
Но мне надо больше встречаться, Захар. Я боюсь. Батюшки, Борька, ты что с пылесосом сделал? Я в полете. Товарищ космонавт, ваш полет отменяется. Эх, бабушка. Это же испытание. Сейчас же все поставить на место. Ну? Захар долго будет у нас? Мама, ты, я, Захар, это одна семья. Мы теперь всегда будем вместе. Слушай, а я бы на твоем месте... Знаешь что? Что? Защищал диплом на комбинате. Ну, это же замечательный эскиз ткани. Ну, прямо на производстве. Ой! И представляешь? Представляю. А теперь знаешь что? Не мешай, пожалуйста. Не горюй, Борька. Видишь, тоже не везет. А ну, давай ты. Мне это надоело. Захар, пойдем домой. Домой нельзя, ты же знаешь. Я по маме соскучился. Что делать? Мы с тобой договорились. Мама готовится к диплому. Ей нельзя мешать. Ну? А знаешь, я как по маме соскучился. Захар, давай что ли в рожу поиграем? Ну давай. Ну так вот что, мы вам долго отдыхать не дадим. Несколько дней проветритесь и беритесь за новые эскизы для нашего комбината. Ну как, договорились? Да. Нет, я имею в виду эскизы. Да, конечно. Ну, поздравляю вас еще раз. Всего доброго. Всего хорошего. Спасибо. Светланочка, от всей души. Светочка, поздравляю тебя. Спасибо. А с кружком, ты что кружком? Теперь будешь? Есть одна очень интересная мысль, если вы, конечно, поддержите. Ну, конечно. Новый экспериментальный цех. А что это такое? Я не знаю, это как будет, что будет. Ну, в общем так, сами готовим эскизы, сами выпускаем первые метры. Да. Потом везем эти эскизы показывать на другие заводы. И советуемся с людьми. А что, здорово? Здорово! А мне эта идея кажется не совсем реальной. Это почему? Вот, верно!
Ведь большие средства надо. Брось. Вечно такие типа все хорошие. Так, да вот перестаньте ругаться, это же только мечта. Да. Ну и пускай мечта. А вы эту мечту, ребята? Ой, а где же Света? Братцы, погодите. Светлана. Захар, отвернись. Тоня в фойе. Только не удирать, мы сейчас. Ну, могу, наконец, я тебя поздравить. Поздравляй, Захар. Слушай, ты ведешь себя не солидно, Захар. И потом учишься, ведь ты не просто художник, а тебе дипломированный художник. Ты знаешь, Света, да? Я должен был придумать для тебя самое необыкновенное. Ну, что ж ты придумал? Ну, ничего не придумал. Но зато купил билеты. В кукольный театр? Нет. Это место свободно? Нет, сюда придут. Кресло свободно? Нет, сюда придут. Мама! Где он? Она останется здесь? Может, ее лучше удалить? Не могу больше.
Голубушка, позовите врача. Вам плохо? Очень. Ну, посудите сами. Валяюсь тут дурак дураком. Нет, ну не глупость, ведь летчик. Всю войну прошел, тонул, горел. Ни черта меня не брало. Извините за выражение, простым насморком никогда не болел. И вдруг упал с лестницы, руку сломал. И во, видели, лебедя. Глупо? Глупо. Иногда человек выдерживает самые тяжкие испытания. А на мелочи не хватает сил. Мелочь. Вот что страшно. Простите. Вам сейчас действительно трудно. Я тут... Уснул. Ну что? Он уснул. Чай хочешь? Ты знаешь, мама, я думаю, мне совсем уже ничего не страшно. Я спокойна. Я только чувствую, как я люблю. 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 Захар! Захар, а что теперь будешь делать? Ты знаешь, мне обещали новую машину. А что? Нет, ничего. Счастливо.
Тебе что, плохо? Ничего. Сейчас пройдет. Андрей так радуется. А я часто ночами не сплю. А ты думала когда-нибудь о смерти? Что? А вдруг я умру? Ну что ты, глупенькая, что ты? Теперь не умирают от этого. Приснилось солнце. Яркое солнце. Солнце просто. И больше ничего. Так может быть. Захар. Ты думал когда-нибудь о смерти? О смерти? О чьей? Захар, милый Захар, я первый раз в жизни поняла, что такое настоящая любовь. Я так счастлива. Я так счастлива, что мне страшно. Да. Захар уже ушел. Я говорю с женой? Да. А кто его спрашивает? Это Воронец. Вы, наверное, слышали мою фамилию? Да. У меня к вам большая просьба. Как только Захар придет, пусть сразу же позвонит в госпиталь, палата номер 4. А что случилось? Да ничего, просто я узнал, что завтра у него первый полет. Завтра? Как завтра? Ну да, мне надо кое-что ему сказать, ну, посоветовать, что ли. Пусть позвонит, а? Крис, ты на месте? Хим, ставлю еще одну. Так. Мама пришла. Мачка, садись с нами играть. Новости есть? Нет. А что? Захар тебя просил позвонить Воронец. А? Мне повезло. Я уже звонил ему. Конечно. Ты хитрый. Так это же просто удача. А в твоей работе тоже все зависит от удачи? Ну, нет. Ну, чья очередь? Мам, бросай. Мам. Подожди, сынок. Ну, если можно точно рассчитать, как самолет ведет себя в воздухе. Если можно все предвидеть. Почему тогда самолет разбивается? Редкий случай. Все решает точный расчет. Так что в моей профессии роль удачи не больше, чем во всякой другой. Но мы будем сегодня играть. Ой, 10. Ничего. Захар, а когда у тебя первый полет на этой новой машине? Ага, я тебя сбил. Возвращайся обратно. Не так скоро, Светлана. Не так скоро.
Простите, Светлана Всеволодовна здесь? Спасибо. Извините, я помешал. Вас вчера на кружке не было, а я тут нарисовал кое-что. Так вот, хотел посоветоваться. Трофимов, хотите, я вам открою тайну? Вот, 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 вот. Что я вам могу посоветовать? Ведь это так же хорошо, как всегда. Как всегда. Вот именно как всегда. А каждая новая работа должна быть заново. Как никогда. Вы мне и помогли. Спасибо. Что, не работается? А? Ну, это бывает. Художник — это тонкая машина. Вот иной раз какой-нибудь винтик откажет и... Почему ты обманул меня, Захар? Почему? Да, я все знаю. Я не хотел, чтобы ты напрасно волновалась. Значит, я должна жить, как лошадь на глазниках. Лишнего не знать, лишнего не чувствовать. Молчи. Молчи. Я должна знать все. Слышишь, Захар? Все!
Поешь перед кружком. Перед кружком? Ребята, я сейчас с вами не смогу поговорить. А вы сегодня на занятия придете? Нет. А завтра? Не знаю. Не знаю, ничего не знаю. Сейчас я ничего не знаю. Простите. Как здесь? Что-нибудь случилось? Ты же написал, не засни без меня. Давай возьмем отпуск и махнем куда-нибудь. В лес. На реку. А? Восемнадцатый. Есть! 19-й! Назад! А как они там сидят, хвостами или клещами? А затор! 20-й! Захар! Я тоже хочу ловить раков. Ха, да ты всякий может. Ну, это мы еще посмотрим. Захар, как ловить? Давай. Ну, чур не трусить. О, чувствуешь корягу? Ну? Как нащупаешь его, сразу куда за спину. Знаешь, о чем подумала, Захар? Я подумала, как нам в городе не хватает живого огня. Посмотри, как он пляшет. А пахнет как? Дымком и смолой. А в середине пляшут саламандры. На них золотые юбочки и такие какие-то странные узоры. Не забудь этот узор, Светик. Этот огонь греет нас, но ему не надо разрастаться. Пусть он греет только нас. Только нас. И варит нам раков. Правда, Захар? Знаешь, Свет, что напомнил мне твой огонь? Сказку птички. Вот. Летела птичка по белу свету. И пела. Про солнце, деревья, поля, вырастающие колосси. И так она замечательно пела, что король ее хотел слушать всегда. Сделали птичке золотую клетку. Огляделась птичка. Спела про блестящие прутики. И замолкла. Больше ей петь было не про что. Захар, они тебя победили. Thank you.
Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошее место вы себе выбрали. Или нашел. Спасибо. Ну, бывайте. И весь наш отдых. И еще я вам хотела сказать, Егор Иванович, чтобы вы меня заменили кем-нибудь. Я не могу вести кружок. Я вызвал вас совсем не потому, что в последнее время вы не радуете нас своими эскизами. Сейчас меня занимает совсем другое. Когда вы пришли на комбинат, у вас было одно качество. Вы мечтали. И я, старый скептик, прожженный производственник, признаюсь, увлекся теми планами, которые строились в вашем худкружке. Экспериментальный цех. Вон ведь куда замахнулись. Светлана. Почему вы погасли? Что с тобой происходит? Конечно, я понимаю. Тревоги, беспокойство, связанные со мной. Но это же напрасно. Твоя работа. Она тоже требует мыслей, решений, чувств. Вот ты этого не понимаешь. Нет, 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 я понимаю. Но я хочу быть только с тобой. Всегда с тобой. Ты знаешь, зачем меня вызывали? Предлагают интересную работу. Ехать на новый завод. Но ответ я еще не дал.
Я хочу знать, что скажешь ты. Да. Это жена Захара. Да, дома. Нет, не позову. После работы он имеет право отдыхать. Ему больше, чем кому-либо другому, надо отдыхать. И я хочу, чтобы дома, слышите, чтобы дома его не беспокоили. Что с тобой, девочка? Не смотри так на меня, мама. Я все понимаю, но делаю все наоборот. Мне страшно, Захар. Четыре стены — слишком маленькое пространство для любви. Еще немного, и от нашей любви не останется ничего. Уезжай, Захар. Бывает, что люди живут под одной крышей, и все-таки в разлуке. Уезжай. Сядем на дорогу. Скажи мне что-нибудь, Захар. Я люблю тебя. Я всегда тебя буду любить. Захар, ты уезжаешь? Вот ключ. Положи его под коврик, Борька. Я могу потерять. Thank you.
вспомнил. Ты была в этом платье. Хватит вспоминать. Давайте выпьем. Ты прав, малыш. За тебя, Светлана. За твой день. Да. Да, это я. Я же обещала, приду. Это с комбината. Просит прийти на собрание экспериментального цеха. Товарищи, сегодня мы отмечаем две даты. 6-летие нашего художественного кружка, то есть, простите, экспериментального цеха, и 30-летие неизменной руководительницы нашего содружества. Товарищи, я вот что хотел сказать. Теперь я вроде как бы настоящий художник. А случилось это со мной, прямо скажу, от любви. Вон там жена моя сидит, ребенок у нас дома растет. Но я не про эту любовь говорю. Может, дома жена на мне теперь всю посуду помнет. Милая моя Светлана, как увидел вас, так с первой минуты и полюбил. Сначала вы были сильны молодостью, которая не сворачивает с пути. Потом знанием, потом мужеством своим проникали мне в душу. Мои картины вы моей рукой писали. Как мать растили каждый штрих. И вот, товарищи, я ваш заводской художник. Ночью. Ты же положил ключ. Спи, малыш.